Добрый вечер, друзья. На линии Артур Идиатулин. Это вебинар, посвященный основам рынка Форекс от компании Tikmill в моем авторстве. Сегодня прошли очередные тяжелые рабочие будни, но пока не стоит расслабляться, так как впереди много интересной и полезной информации, которую, я думаю, вы хорошо усвоите, которая вызовет у вас нужные вопросы, вы будете искать на них нужные ответы, начнется тот, можно говорить, мыслительный процесс, характерный для человека, начавшего обучение торговли на валютном рынке. Итак, я бы хотел начать с рассмотрения ключевых вопросов, которые должен задать себе каждый начинающий трейдер. Во-первых, необходимо определиться с тем, что такое Форекс, что под этим подразумевается. А Форекс – это валютный рынок, который необходим абсолютно каждому рыночному агенту, участнику рынка, для того, чтобы совершать обменные операции. Этот рынок довольно-таки широк, он затрагивает все валюты, потому что потребности и цели у людей при обмене валют, естественно, разные, поэтому и объем этого рынка огромный, он превышает объем абсолютно всех других рынков, на котором торгуются какие-то другие активы или какие-то другие инструменты. В нашем же случае рынок Форекс нужен для того, чтобы совершать на нем валютные спекуляции. Собственно, для трейдера рынок Форекс представляет интерес только потому, что ему необходимо зарабатывать на нем посредством валютных спекуляций. Как торговать? Этот вопрос, наверное, приходит в голову тем людям, которые уже узнали, что такое рынок Форекс. И способы правильных спекуляций на нем, они достаточно разнообразны. Торговля производится путем торговой платформы с участием брокера. Происходит обмен валютных пар. И на этом извлекается либо прибыль, либо получается убыток. Существует очень большое количество различных стратегий, которые основаны на фундаментальном, на техническом анализе. Это два основных направления. И, естественно, каждый из трейдеров выбирает для себя подходящий путь. Эти два совершенно противоположных, будем говорить, подхода, они иногда могут сочетаться и давать достаточно хорошие положительные сигналы на вход и на выход. Что касается обучения, то у каждого, естественно, здесь скорость и время возможное, потенциальное, которое можно тратить на обучение, естественно, у всех разные. Но в целом человек, абсолютно новичок, который начинает торговать, он может освоить базовые навыки торговли, освоить знания, ну, получить знания о платформе, о том, как работает брокер и рынок, научиться базовым основам money management и риск management, и, собственно, начать зарабатывать первую прибыль. И примерно время, которое нужно для этого, с учетом того, что человек может потратить на это 2-3 часа времени в день, примерно 3 раза в неделю, то время, необходимое на обучение, составляет примерно полгода-год. Сколько можно заработать? Естественно, спекуляции на валютном рынке, так как они происходят на огромном рынке, масштабы которого я уже сказал, как действительно впечатляющие. Этот рынок характеризуется тем, что у него высокая ликвидность. Соответственно, трейдер может торговать не только своим капиталом,
но и может также торговать заемными средствами. Поэтому потенциальная прибыль, потенциальный доход, он, будем говорить, не ограничен в связи с тем, что сделку можно открыть действительно очень большую. А также доход может быть и небольшим, если мы идем с точки зрения, если мы подходим к торговле с точки зрения консервативного подхода, где мы жестко контролируем убытки, расставляем правильные торговые цели и действительно проводим глубокую аналитическую работу над имеющейся информацией, как цена, как над ценой, так и над какими-то фундаментальными событиями. Поэтому цели и возможности в заработке на рынке Форекс, они у всех разные. И, естественно, с процессом, с течением времени, в процессе обучения у вас будет вызревать именно те границы, в которых вы хотите находиться, тот баланс, то соотношение торговой прибыли и убытка, которое для вас приемлемо. Естественно, нужно также понимать, что торговля сопряжена с рисками. Эти риски достаточно разнообразны, они могут проистекать как из рыночной волатильности, они могут проистекать как и системный риск, допустим, если на рынке рынок пострадал от какого-либо экономического кризиса, либо от финансового кризиса, то все активы начинают падать, обесцениваться. Естественно, возрастает системный риск, возрастает корреляция, то есть связь между различными активами. И поэтому риск того, что какой-то отдельный инструмент, вложившись, купив какой-то отдельный инструмент, вы сможете получить прибыль, он значительно снижается. Но в то же время, естественно, возрастает вероятность, возможность того, что вы сможете заработать на падении рынка. Риски в торговле также могут быть связаны с нечестной работой различных форекс-кухонь, как их называют. Конечно, сейчас индустрия значительно стала чище, так как происходит ужесточение регулирования в этой сфере. Многие нечестные игроки, которые рекламировали торговлю на Форекс как способ быстрого заработка, естественно, они уходят с рынка, и поэтому торговать становится в этом плане безопаснее, и конкуренция, естественно, способствует тому, что компания, занимающаяся несправедливым у которой несправедливое или нечестное отношение к трейдерам, она долго продержаться на рынке не сможет. Естественно, информация об этом распространится довольно-таки быстро, и поэтому торговля с этим брокером, естественно, быстро заканчивается. Также полезно определить, что такое риск, потому что под этим понятием разные люди понимают совершенно разные вещи, и зачастую у людей нет четкого понимания, нет четкого определения, что такое риск. То есть, когда у человека спрашивают, что такое риск, ну, он говорит, что это возможность потерять. А с точки зрения торговли, приемлемым понятием рынка, который также и, будем говорить, является основным в понятии, точнее в статистике, это размер, будем говорить, убытка, умноженный на вероятность. То есть, если мы предположим, что у нас есть вероятность потерять, скажем, 10 тысяч долларов с вероятностью 5% и потерять с вероятностью, скажем, 50% 500 долларов, то более рискованной будет операция именно потерять 500 долларов с вероятностью 50%, потому что 0,5 умножить на 500 – это у нас 250, в то же время 5% умножить на 0,05 умножить на 10 тысяч – это всего лишь 200 долларов. То есть так оценивается риск. Естественно, для этого нам нужно знать, будем говорить, распределение возможных
исходов, то есть множество тех исходов, которые несут для нас негативные последствия, и понимать, как для них рассчитывать вероятность. Но это уже, конечно же, из области статистики. Теперь я бы хотел рассказать о структуре вебинара. Во-первых, мы начнем с вами с исторического экскурса. Это будет небольшая история того, как развивалась финансовая система, какое место было в ней отведено деньгам, какую эволюцию пережили деньги, как они пришли в наш современный мир. А далее будет небольшая информация о структуре рынка, о рыночных участниках с точки зрения целей, с точки зрения размеров, с точки зрения технической именно структуры рынка. А размеры рынка и инструменты также нужно, полезно знать об размерах рынка и инструментах, так как вы будете, собственно, торговать определенными инструментами. Естественно, понимание того, как происходит их образование и какова их ликвидность, что связано как раз-таки с размерами рынка, она позволяет точнее прорабатывать торговые стратегии. А далее последует небольшое рассмотрение детерминантов обменного курса, то есть что обуславливает движение валют, какие существуют факторы. Я постарался собрать полный список того, что действительно влияет на обменные курсы, с чем мы с вами дальше и познакомимся. Описание типов стратегии – это будет разделение типов на фундаментальные, ну, стратегии, основанные на фундаментальном анализе, стратегии, основанные на техническом анализе, какие они бывают, какие в них принципиальные различия, какие в них заложены основы. Технические тонкости. Здесь мы будем разбирать характеристики инструментов, торговых инструментов, что такое стоимость пункта, своп, проскальзывание, другие характеристики, которые позволяют нам точнее понимать, что происходит в торговой платформе, почему цифры меняются при открытии сделки, почему цифры меняются именно таким образом, каким они меняются. И в конце, для тех, кто внимательно слушал, но не только для тех, кто потом будет работать над полученными знаниями, а будут контрольные вопросы, небольшая проверочная работа, которая позволит вам понять, насколько хорошо и быстро вы можете усваивать темы, которые будут сегодня описаны в нашем вебинаре. Итак, мы начинаем с исторического экскурса. Чтобы понять роль денег в нашей современной финансовой системе, нужно обратиться, естественно, к истории. С исторической точки зрения, вопреки многим различным версиям происхождения денег, происхождение денег было обусловлено тем, что с развитием общества, с переходом из традиционной общины как в какую-то более сложную форму организации общества, происходил рост миновых отношений, происходила специализация труда, и люди, производившие какие-то отдельные товары, у них возникала потребность в обмене. Естественно, когда потребность в обмене имеет ограничения, а эти ограничения – это обмениваемость и делимость. То есть мы понимаем, что человек, который сконструировал, произвел, изготовил лодку, он не может обменять ее на пару буханок хлеба или на килограмм сахара, либо на килограмм табака, там, я не знаю. Он не может это сделать, потому что как раз-таки его товар неделим. И из-за этого возникает спрос на товар, собственно, на обладание товаром, который подразумевает универсальную делимость, как можно более, который может поделиться как можно меньшее количество. Во-вторых, этот товар должен быть обмениваемым. То есть, если количество рыночных участников, количество экономических агентов, число экономических агентов высоко, которая принимает именно определенный, именно тот товар, у которого высокая обмениваемость,
то именно этот товар может являться деньгами, так как его, по сути, принимает абсолютно каждый агент. И получается, тот агент, который, собственно, входит в эту экономическую систему, ему также требуется, он также желает и пользоваться именно этим товаром, считать его деньгами, если его обменивалось достаточно высоко. Собственно, с развитием финансовой системы существовало большое количество различных денег. Это были шкурки различных зверей, соль, табак и так далее, что вот как раз-таки занимало небольшие формы, которые могло легко обмениваться, делиться. Но в конечном итоге в конкурентной борьбе были победителями золото и серебро, прежде всего из-за того, что они драгоценные металлы, потому что они их удобно делить, потому что их вес может измеряться в граммах, но ну, можно рассчитать абсолютно удобное для какой-то конкретной операции обмена количество золота для того, чтобы оно использовалось как раз-таки в операции обмен. И, собственно, нужно еще раз повторить, что появление денег, оно было результатом именно рыночной борьбы, то есть конкуренции между различными товарами. И это также еще раз подчеркивает, что различные гипотезы, например, как происхождение денег в виде насильственного принуждения каким-либо появившимся государством использования там, монет, либо каких-то денежных единиц, эта гипотеза неверна. К деньгам нас привел рынок. Далее, с течением времени, государства, появлявшиеся государства, монархии, появлявшиеся правители, они решили сократить количество денег, обращавшихся на рынке, таким образом монополизировав выпуск, то есть эмиссию начал осуществлять какой-то один денежный орган. Естественно, это имело свои плюсы. Плюсом можно считать то, что количество подделок резко снижалось. То есть, если человек знает, что существует гарант того, что эмиссия данного вида денег производится только одной организацией, будем так говорить, то, естественно, доверие к деньгам, естественно, продолжало расти. Но это также имело свои минусы. После того, как после монополизации было введено понятие денежной единицы, что как раз-таки обозначало какой-то вес золота, то есть, например, 1,2 унции. То есть доллар изначально считался как вес, который составляет 1,2 унции золота. Соответственно, другие денежные единицы, которые появились в других государствах, они представляли какой-то другой вес. Предположим, 1,40 или 1,1 унцию золота. Естественно, пропорции, в которых обменивались эти две денежные единицы, они представляли просто те пропорции, которые обозначают соответствующие веса, которые назначили им правительство. Собственно, так формировалось понятие вообще обменного курса. Это просто соотношение весов в различных государствах. Следующим этапом было то, что правительство решили легализовать, будем так говорить, средства платежа и средства возврата долгов. Они выбрали золото, так как ну, золото уже имело репутацию достаточно надежного платежного средства. Они закрепили его на государственном уровне, то, что оно является единственным способом платежа, единственным способом возврата долгов. Поэтому вот например, на банкноте доллара вы можете найти вот такой термин, как legal tender. Это как раз-таки означает, что это единственное средство платежа, которое может обращаться в конкретном государстве, которое может быть использовано для всех расчетов и для возврата долгов. Далее начали появляться различные денежные
субституты, и среди них как раз-таки их появление было продиктовано тем, что количество обменных операций росло, и количество, будем так говорить, количество веса золота, которое нужно было для того, чтобы совершить какой-то очень крупный обмен на операцию, оно становилось очень большим. И из-за этого неудобства, потому что, например, если банкам нужно было рассчитаться между собой, это подразумевало то, что банки должны были перевести золото с одного места в другое. Это подразумевало некоторые издержки. И поэтому было предложено так называемые денежные уже, именно бумажные формы денег, денежные субституты. Они также продолжали обозначать какой-то вес, какой-то вес золота. Также это было, возможно, 1,20 унция, 1,1 унция и так далее. И само золото было переведено в какие-то хранилища. То есть для этого уже в процессе обмена уже не участвовало само золото само по себе, но участвовали именно расписки, которые говорили, что да, действительно, эта расписка является некоторой гарантией, что оно обеспечено каким-то количеством золота, которое находится где-то на складе. И таким образом различные банки начали печатать свои банковские расписки. По сути, это были обязательства, которые можно было предъявить банку, чтобы он мог выдать золото, которое ему обеспечено. Но затем это все под себя подмял единый банк, центральный банк, который начал выпускать единые банковские расписки. И, то есть те бумажные деньги, которые мы сейчас имеем, это по сути при золотом стандарте, это были некоторые банковские расписки, которые говорили, что да, действительно, этот кусок бумажки, это обязательство, действительно говорит о том, что на нашем складе, будем так говорить, зарезервировано некоторое количество золота для него. Касательно золотого стандарта, к которому мы подходим, он проходил в несколько этапов существовало золотого стандарта. Это был сначала золотомонетный стандарт, то есть когда именно обращались золотые монеты, которые соответствовали какому-то весу золота, которые обозначали стоимость. Тогда же известный экономист Грэшем подметил, что плохие монеты вытесняют хорошие монеты из обращения. Эта закономерность была названа как закон Грэшема. Естественно, нетрудно понять, что плохие монеты вытесняли хорошие, так как с обращением часть монет, которая была долго в обращении, она теряла свой вес, то есть они стирались, но постоянно выпускались новые монеты. И, естественно, когда на весах сравнивали вес различных монет, то очень выгодно было в качестве средства сбережения, в качестве для расчета в экспортных операциях использовать хорошие монеты, потому что они, собственно, весили больше. И поэтому постепенно хорошие монеты изымались из обращения, и это была действительно большая головная боль для государства, так как ему постоянно приходилось. Так как он законодательно закрепил соответствие денежной единицы какому-то весу золота, ему приходилось выпускать новые монеты именно с этим весом. И, собственно, когда до средневековых правителей дошла как бы мысль, они начали проводить так называемую девальвацию, которая также известна как синьораж, это выпускать монеты, которые имеют меньше вес. Ну, предварительно, естественно, объявив, что доллар, например, обозначает не 1,20 унции, а 1,25 унции, то есть уже весит меньше. И за счет этого они получали доход, так как с течением обращения те хорошие монеты, которые поступали к ним, они заново переплавлялись, но уже затем с меньшим весом.
После золотомонетного стандарта, как я уже сказал, банки взяли на себя ту функцию, что они хранят слитки золота у себя на складах, и взамен этого выдают складские расписки, банковские расписки, которые как раз-таки обеспечены золотом. И эти банковские расписки уже используются в расчетных каких-то операциях, в операциях обмена. Золотослитковый стандарт просуществовал до 20 века, когда ходили совершенно разные банковские расписки разных банков. Потом государства начали приходить на систему центральных банков, когда именно один банк изымал все золото у других локальных банков и выпускал единые банковские расписки, которые, собственно, и были в обращении, что мы понимаем сейчас под деньгами. Дальше последовал золото-долларовый стандарт, когда часть правительств, которая имела валюты отличные от доллара, они отказались от того, что их валюты обеспечены золотом, и взамен устанавливали фиксированный обменный курс к доллару. То есть, по сути, они говорили, что наши валюты обеспечены долларом. А уже доллар обеспечивался как раз-таки золотом. То есть, между золотом и долларом существовал какой-то фиксированный курс обмена. И правительство США гарантировало, что любой предъявленный доллар либо в банк, в центральный банк, он сможет быть обменен на какое-то количество золота. Но такая система золото-долларовая просуществовала недолго. Почему? Ну, потому что, естественно, в процессе развития различные государства продемонстрировали различные темпы роста, и так как нужды торговли, они подразумевали существование, необходимость существования единого стандарта, то есть того, что может быть обменено затем с другим государством, то есть именно подразумевали золото, то, естественно, дисбалансы в торговле, когда одна страна экспортировала больше и получала как бы за это больше золота, в то время как другая страна импортировала больше, например, и должна была также сокращать свои золотые резервы, в конечном итоге привело к тому, что некоторые страны, некоторые государства просто становились банкротом. У них не оставалось либо долларовых резервов, либо золотых резервов для того, чтобы рассчитываться с другими государствами. То есть крах всех систем, основанных на золотом стандарте, сколько попыток не предпринималось сохранить золотой стандарт, все приводило к негативным последствиям, и это происходило по причине банкротства гарантов конвертации, то есть вот государства и ЦБ. Собственно, это у нас был исторический небольшой экскурс о том, как развивалась финансовая система. Теперь поговорим о структуре рынка Форекс. Первая особенность, которую нужно заметить, которая связана с рынком Форекс, это то, что он слабо регулирован, потому что, в принципе, обмен валют, он не подразумевает каких-то ограничений, потому что ширина потребностей, ширина круга лиц, которые участвуют в обмене, она достаточно широка, и поэтому, и естественно, происходит в межгосударственном, в транснациональном масштабе, поэтому создать единую систему, единые правила для всего мира в плане обмена валют достаточно сложно. Поэтому, собственно, у него слабое регулирование у этого рынка. Также нужно отметить то, что, по сути, рынка как такового валютного не существует. Существуют лишь отдельные лица, будем называть их дилерами, которые предлагают другим участникам, потребителям, либо компаниям и так далее, которые предлагают с ними совершить операцию обмена, предлагают им какие-либо цены, курсы на обмен. И поэтому децентрализованность рынка, она как раз-таки характеризует рынок Форекс, так как именно в классическом понятии
рынка не существует. Существуют именно какие-то конкретные сделки между двумя лицами. Также нужно отметить, что большинство сделок, которые проходят на рынке, ну, будем так называть рынком, да, это внебиржевые сделки. На английском это будет как over-the-counter market. То есть это операция, когда какой-либо дилер, будем называть ее банком, он предлагает цены на покупку и на продажу какой-либо валюты, и уже затем другой участник либо соглашается на это, либо нет, и между ними происходит сделка. То есть цену или обменный курс, который предлагает дилер, он устанавливает сам, его не диктует рынок. И из этого вытекает то, что для рынка Форекс характерны индикативные цены, то, что на момент обмена из-за того, что курс может колебаться слишком быстро из-за высокой волатильности, дилер может поменять свое решение и уже как бы задавать другой обменный курс. Если, допустим, между соглашением о сделке и между, собственно, самой актуальной сделкой прошло какое-то время, цена или обменный курс могут измениться, и поэтому цены на данном рынке индикативны. То есть то, что мы видим на данный момент и хотим исполнить, не гарантирует то, что когда дело дойдет уже конкретно до сделки, эта сделка будет исполнена именно по этой цене. Что касается участников рынка, их можно разделить с точки зрения целей. Это центральный банк, правительство, финансово-корпоративный сектор, нефинансовый корпоративный сектор и население. Естественно, каждая из этих, будем называть их так, классов экономических агентов, они предъявляют спрос на валюты, спрос на обмен с совершенно разными целями. Например, население может делать это в случае резкого обесценения валюты и в случае резкого роста спроса на сбережения в иностранной валюте, как, например, происходило в ситуации с крахом рубля в конце 2014 года. Население может также обменивать валюты, например, для того, чтобы потратить их за рубежом, сделать покупки за рубежом и так далее. Нефинансовый корпоративный сектор, также вот фирмы, различные компании, они предъявляют спрос для расчета с иностранными контрагентами, для закупки товаров, для закупки каких-либо основных фондов, для других расчетов. Финансовый корпоративный сектор, куда включаются страховые компании, банки, они предъявляют спрос на валюту в качестве их основного способа, один из основных способов заработка, например, на обмене, либо предоставление на основе именно валюты каких-либо более сложных инструментов, либо более сложных, будем так называть, деривативов, которые будут торговаться. Также они оказывают услуги компаниям и оказывают услуги населением по обмену валют. Соответственно, они должны иметь какие-то резервы валют для того, чтобы как бы осуществлять свои услуги. Правительство может прибегать также к обмену, также быть участником на рынке Форекс, если, например, ему нужно пополнить какие-то либо резервы, также, например, закупить какое-то оборудование, либо осуществить какую-то программу инфраструктурную и так далее. Естественно, это делается через каких-либо посредников, через фирмы, которые подконтрольны государству, то есть не напрямую правительство, а фирмы, связанные как бы с правительством. Центральный банк, он предъявляет спрос на валюту, либо продает ее, когда, например, ему нужно пополнить свои золотовалютные резервы, либо уменьшить свои золотовалютные резервы, либо когда он отражает, скажем, спекулятивную атаку, пытается стабилизировать курс, контролировать как-то курс, держать его в каком-то коридоре. То есть у каждого из этих агентов существует своя цель участия на валютном рынке, и понимание того, для чего каждая из групп может
определять спрос и именно размеры этого спроса, какие факторы могут к этому приводить, они как бы позволяют понять, какой из этих агентов в какой момент времени может оказать воздействие на валютный курс. Это также нужно, это также необходимо для торговли в процессе фундаментального анализа. Это будет не раз всплывать, именно то, что какой-то из вот этих классов экономических агентов внезапно проявил большой спрос, и это как раз-таки могло вызвать изменение валютного курса. Как я уже сказал, рынка как такового не существует, но можно подразделить некоторый такой ступенчатый рынок, будем так говорить, когда на каждой ступени между собой взаимодействуют какие-то отдельные организации, причем уровень транзакций, он как раз-таки снижается, уменьшается с тем, как мы спускаемся вот по ступеньке. Если мы говорим о каких-то крупных банках или каких-то дилерах ценных бумаг, то, естественно, размеры транзакций, которые они проводят, то эти размеры транзакций обычно исчисляются сотни миллионами долларов, иногда и миллиардами долларов. То есть это какие-то отдельные крупные транзакции, которые не всегда удается понять, проследить, как они происходят. Затем уже, если банки какие-нибудь среднего размера, крупные корпорации, страховые компании, пенсионные фонды, хедж-фонды, если они предъявляют спрос на валюту, либо ее хотят продать, то они как раз-таки взаимодействуют с крупными банками, то есть с крупными дилерами, и операции происходят именно между ними. Они не всегда могут отражаться на каком-то рынке, не всегда могут быть известны другим агентам, и это как раз-таки, еще раз подчеркивает, внебиржевой характер сделок. То есть когда участвуют два конкретных агента, и они заключают между собой сделку. Дальше затем небольшие банки, небольшие компании, ритейл-брокеры, они уже покупают, продают валюту у тех, кто стоит на ступени выше, они уже с ними заключают сделки по обмену. И, конечно же, размер транзакций, размер операций, он также уменьшается. И потом уже мы можем говорить о розничных инвесторах, которые, собственно, работают с небольшими банками, с ритейл-брокером, с небольшими компаниями. И уже размер транзакций, естественно, намного меньше, чем мы можем ожидать на верхних ступенях. И поэтому на каждой из этих ступенек мы можем определить так называемых маркетмейкеров. Это те участники, которые, по сути, как покупают, так и продают валюту всем заинтересованным участникам, которые согласны на тот объем, на тот размер сделки, который им предлагает данный маркетмейкер. И так как он и продает, и покупает валюту, то, естественно, его мотивация в этом, это на этом заработать, и поэтому между покупкой и продажей существует разный курс. Об этом мы поговорим дальше. И еще раз нужно подчеркнуть, что в классическом понимании можно все-таки выделить рынок, и он есть только на межбанке. То есть между вот крупными банками действительно у них существуют технические возможности и отслеживать сделки друг друга между остальными банками и как-то вот отслеживать цены, обменные курсы, которые использовались в этих операциях, и, соответственно, как-то формировать уже свои цены, свой обменный курс уже в своих операциях. По размерам рынка, как я уже сказал, рынок Форекс – это самый крупный рынок и впечатляющих размеров. Дневной объем, то есть дневной объем операций по обмену достигает 6,6 триллиона долларов. Это вот, ну, почти, ну, последние данные, это огромное значение. И в основном на рынке используются лишь четыре инструмента
для совершения обменных операций. Не всегда эти обменные операции подразумевают физическую поставку валют, ну, либо обмен с получением как бы актуального размера валюты, то есть количества, пусть даже будем говорить безналичного. И эти инструменты, среди этих инструментов можно назвать форекс-свопы, спот-сделки, форвардные контракты и опционы и валютные свопы. Говоря о форекс-свопах, нужно отметить, что эти контракты не подразумевают физическую поставку валюты. Два участника просто заключают между собой соглашение, что по итогам какого-то времени отличие цены между началом заключения контракта и между концом, оно будет использоваться для того, эта разница будет использоваться для того, чтобы один из участников выплатил, по сути, другому ту разницу, ну, умноженную, естественно, на размер контракта. Спот-сделки занимают второе место, 2 триллиона, и они, их суть такова, что обмен происходит немедленно, то есть при расчете два участника при обмене, один и переводит какое-то количество валюты другому, и второй переводит какое-то количество другой валюты первому, при этом это все происходит по какому-то конкретному курсу, и спот-сделки как раз-таки является, подразумевает именно физическую поставку валют, и расчет при этом происходит немедленно. Форвардный контракт – это внебиржевой вид инструмента, в отличие от фьючерсов. Он подразумевает, что две стороны соглашаются обменять какой-то размер валюты по какому-то установленному курсу в будущем. И когда, собственно, мы доходим до времени, до момента поставки, разница между тем курсом, по которому договорились участники, и актуальным курсом, эта разница используется для того, чтобы один из участников также или выплатил другому, либо получил, наоборот, от него средства. При форумных контрактах также обычно не происходит физической поставки валют. Но иногда как бы происходит для того, чтобы если компаниям, либо если участникам действительно требуется эта валюта, то и происходит как бы физический расчет. Опционы и валютные свопы, они используются меньше всего, если говорить об опционах. Этот инструмент подразумевает право продать или купить какой-то инструмент, называется базовый актив, по какой-либо цене. Это называется страйк. И по истечению времени на момент экспирации, собственно, один из либо опцион исполняется, либо опционно не исполняется, в зависимости от того, благоприятно ли изменилась цена для участника, который купил опцион, или да, который купил опцион, либо она не оказалась для него благоприятной, тогда он не исполняет опцион. Что касается валютных свопов, то именно эти инструменты, они как раз-таки подразумевают физическую поставку валют, когда две стороны соглашаются в один момент времени обменять какой-то размер, какое-то количество, какой-то объем валют друг на друга, и затем через какое-то время договариваются обменять эти валюты обратно по какому-то другому курсу. Что касается детерминантов обменного курса. Я вот здесь на данном слайде привел практически все детерминанты, которые действительно влияют на движение валют, которые, в принципе, отслеживаются трейдерами, которые отслеживаются рынком для того, чтобы понимать, как это
происходит, как эти факторы влияют, можно ли их использовать для того, чтобы предсказать дальнейшее движение. Во-первых, нужно отметить политику центральных банков. Наверное, к ним приковано основное внимание со стороны других рыночных участников, потому что именно они задают стоимость заимствований в экономике посредством изменения процентной ставки, посредством операций на открытом рынке, это когда центральный банк покупает или продает бонды, посредством регулирования, это когда, например, он устанавливает норму обязательных резервов для коммерческих банков, это вот одна из самых основных мер, будем говорить, регулирования, которая действительно может влиять на обменный курс какой-либо валюты. И также центральный банк может осуществлять прямые валютные интервенции, когда ему нужно стабилизировать когда ему нужно стабилизировать валютный курс. Среди политических событий можно выделить выборы, референдум, например, как был Brexit, да, какие-то войны, санкции, эмбарго. Ну, естественно, вот три последних, наверное, больше влияют на какие-то сырьевые товары, например, на нефть. Вот. А что касается первых двух, там, референдумов, выборов, то они как бы влияют на настроение, на деловой климат, на будущее предпринимателей, снижая определенность и поэтому заставляя их переходить к более консервативному управлению, совершать более консервативные действия, откладывать инвестиционные какие-то планы в долгий ящик и так далее. Это также приводит к тому, что снижается спрос, либо наоборот растет спрос на какую-то валюту, что вызывает ее изменения. Что касается фискальной политики, то правительство обычно может в целях стимулирования роста выпуска в экономике, снижать налоги, либо повышать налоги, что сейчас как бы происходит достаточно редко, потому что это, естественно, вызывает недовольство населения. Она может увеличивать свой госдолг, либо сокращать. Это все зависит от также целей правительства по стимулированию выпуска, например, через какие-либо инфраструктурные программы, либо создание каких-то конкретных проектов, например, создание компаний, которые занимаются инвестированием в разработки и исследования. Экономические данные – это известные, наверное, вам какие-то отчеты, экономические отчеты, которые говорят нам о том, как у нас изменяются какие-то отдельные конкретные параметры в экономике, например, как у нас изменяется инфляция, безработица и так далее. Все это нужно, все эти данные используются для того, чтобы использовать, ну, они используются для того, чтобы предсказать политику центральных банков, чтобы понять, какое направление, какой курс выберет центральный банк в формировании своей политики. Например, он будет увеличивать денежное предложение в экономике, либо сокращать денежное предложение в экономике, в зависимости от того, как изменяется состояние экономики. Поэтому экономические данные используются в основном для того, чтобы предсказывать политику центральных банков и как бы затем уже делать ставку на изменение обменного курса валют. Отчетность компании, она, конечно же, в меньшей мере влияет на изменение обменного курса, но если эта компания достаточно большая, если известно, что она часто участвует на рынке в качестве, ну, покупателя либо продавца валют, если деятельность с этим связана, то эта отчетность помогает понять, в принципе, будет ли компания предъявлять спрос. Если говорить в агрегированном смысле, то отчетность компании, если происходит ухудшение отчетности компании, это уже, соответственно, говорит об ухудшении экономических перспектив
И это также ведет нас в конечном итоге к тому, что будет предпринимать центральный банк для того, чтобы стимулировать выпуск в экономике, либо подавить избыточную активность. Внешние факторы, среди них цены на ресурсы, состояние торговых партнеров, состояние глобальной экономики. Это все также влияет на валютный курс какой-то отдельной страны, так как все практически страны у нас участвуют в экспорте и импорте товаров, то есть сосуществуют тесно связаны с глобальной экономикой, со своими торговыми партнерами. И, естественно, снижение либо рост экономики в одной стране, он постепенно переходит, будем так говорить, заражает экономику других стран. Что, например, вот в качестве примера можно привести ту же самую торговую войну между Китаем и США, да, которая отразилась на Евросоюзе, в частности, на Германии, что значительно сократило спрос на ее экспорт, на автомобильную продукцию. И, естественно, в конечном итоге это начало отражаться и на экономических данных, на экономическом положении немецкой экономики, ЕС в целом. Также на обменный курс влияет, собственно, сам рынок, сами рыночные участники. Это когда в их решениях начинают преобладать какие-то психологические мотивы, психологические особенности. Среди них можно выделить неприятие либо расположенность к риску, когда какие-то данные либо какая-то информация важная для рынка, она начинает восприниматься большим количеством участников сразу негативно, либо очень сразу хорошо. Это вызывает как раз-таки волну продаж или покупок, что может влиять на движение обменного курса. Что касается более коротких интервалов, более коротких таймфреймов, то здесь действует известное правило: покупая слухи, продавая факты. Как раз-таки на каких-либо экономических отчетах, либо перед заседанием центральных банков. Очень часто происходит, в медиа появляются спекуляции, которые позволяют трейдерам либо осознанно, либо нет, запускать волну некоторых покупок, которая самоусиливается за счет других видящих, что действительно какой-либо прошедший слух действительно ведет к росту. И таким образом вот эта самоусиливающаяся связь, она образует вот эти тренды и как бы позволяет нам утверждать, что правило «покупая слухи и продавая факты», оно очень часто происходит на рынке, им иногда нужно руководствоваться в оценке какого-либо предстоящего события. Реакция на экономические новости – это, в принципе, связанный эффект. Он также происходит в краткосрочном очень интервале, но также, ну, может растягиваться, да, иногда на более длительный период, если действительно отчет у нас имел большое значение, либо изменение в отчете спровоцировало большой сюрприз, то есть не соответствовало ожиданиям. А если у нас отчет имеет большое значение, и при этом сюрприз был очень большой, то и реакция рынка будет достаточно сильной. Это может вызывать сильные изменения обменных курсов. Ну, в качестве примера, наверное, можно привести отчет по безработице. Это самый известный и простой пример. Отчет о безработице в США, на котором все активы, большинство, точнее, активов на валютном рынке реагируют на выход данных, особенно если актуальные данные не совпадали с ожиданием, произошел сюрприз. Это изменяет также и отношение к риску, вызывает либо неприятие, либо расположенность. И последним фактором из рыночной психологии – это техническая торговля. Это различные моментум и тренд, следящие алгоритмы, которые также в результате которых также происходит самоусиливающийся такой эффект. Например,
на какой-то новости, если часть алгоритмов запускает какой-то тренд, другие алгоритмы также могут реагировать на возникновение этого тренда, на возникновение этого импульса, его усиливать. И таким образом вот эта самонарастающая волна, она как раз-таки хоть и при своей иррациональности формирует изменение обменного курса. Ну и самым, наверное, незначительным фактором, который иногда все-таки проявляется, это манипулирование рынком. В последнее время, естественно, с ужесточением регулирования значимость этого фактора значительно сократилась. Но все-таки иногда в медиа появляются новости, что какие-либо там инвестбанкиры, либо какие-то участники рынка, действительно обладая инсайдерской информацией, как-то кооперируют между собой и действительно пытаются нечестным, несправедливым образом извлечь прибыль, либо двинуть курс какой-либо валюты в нужную сторону, как раз-таки с помощью этих координированных действий. Типы стратегий. С точки зрения целей нужно понимать, что существует всего лишь три типа стратегий, три типа торговых операций. Это спекуляции, хеджирование и арбитраж. Ну, спекуляции, наверное, достаточно понятны интуитивно. Это вход в сделку и выход из нее с целью извлечь прибыль на изменении курса, на изменении цены. Что касается хеджирования, то спрос на данный тип операций предъявляют компании, предъявляют хедж-фонды, которые стремятся ограничить влияние какого-либо негативного исхода в будущем на их финансовый результат, на их стратегию. Предположим, если в будущем компания какая-либо считает, что она получит большой заказ на изготовление какой-либо продукции, и ей потребуется, предположим, большое количество долларов, либо евро, либо какой-либо иностранной валюты для того, чтобы закупить какое-либо оборудование, чтобы закупить ресурсы для производства, она может сейчас заключить контракт, фьючерсный контракт на покупку долларов, то есть сейчас для себя зафиксировать обменный курс, чтобы избежать вот этой неопределенности, чтобы избежать риска. Риск в данном случае у нас выступает как раз-таки изменение обменного курса, именно негативные изменения обменного курса, которые может повлечь убыток для компании. Но при этом компания, естественно, лишается возможности на этом заработать, так как существует и другой исход, что, предположим, стоимость долларов в будущем упадет, и компания может купить их дешевле. То есть в данном случае компания также теряет возможности заработать. Но в данном случае, так как она определяет спрос на валюту именно с точки зрения хеджирования, то есть сокращения влияния вот этого риска изменения курса, то в данном случае компания будет использовать именно данную операцию. Что касается арбитража, то данный тип операций используется повсеместно, где только возможно. Это, наверное, самый желанный способ для участников рынка заработать, собственно, на обмене, на валютных операциях, но с течением времени, с усовершенствованием торговых платформ, с совершенствованием торговых алгоритмов, возможности для арбитража сокращаются, потому что в результате появления арбитражных возможностей, в результате активного исследования рыночных участников рынка именно на арбитражные возможности, если даже они и появляются, то они существуют очень мало, очень недолго они существуют. И поэтому арбитраж, можно говорить, на валютном рынке, как раз-таки, так как мы рассматриваем
валютный рынок, его появление, его возникновение на рынке происходит все меньше и меньше. И поэтому искать арбитражные возможности становится значительно сложнее, да и практически, наверное, невозможно сейчас уже. Поэтому рынок Форекс можно считать как практически рынком, имеющим совершенную конкуренцию, где очень большое количество участников, где очень мало существует, мизерное количество каких-то рыночных неэффективностей, которые позволяют извлекать прибыль, отсутствие арбитража, который мы уже обсудили, и низкие транзакционные издержки за счет как раз-таки высокой ликвидности, за счет того, что много участников и происходит постоянный обмен, происходит обмен между маркет, происходит конкуренция между маркетмейкерами за клиентов. И, естественно, они пытаются как-то снизить разницу между покупкой и продажей для того, чтобы привлечь других клиентов. И это как раз-таки приводит к низким транзакционным издержкам, которые характерны вот для Форекс. Среди торговых стратегий для Форекс можно выделить импульсные, но которые, как уже можно интуитивно понять, основаны на том, что алгоритм либо в процессе ручной торговли ориентируется на возникновение импульса, на попытку его поймать, то есть войти в самом начале импульса, ожидая, что вот этот самоусиливающийся эффект, о котором мы говорили, он приведет к тому, что цена будет некоторое время набирать скорость и изменения, и за счет этого будет предсказуемый. Трендследящие стратегии, основанные на том, что трейдер пытается с помощью комбинации каких-либо индикаторов определить начало тренда как можно ранее, рассчитывая на то, что цена будет продолжать двигаться в ту сторону, в которой существует тренд. Что касается carry trade стратегии, то данный тип стратегии основан на том, что разные валюты имеют разные процентные ставки, центральные банки разных валют устанавливают разные процентные ставки. И очевидно, что если существует возможность занять валюту, которую можно занять по более низкой ставке и купить валюту, которая приносит больше, по которой центральный банк установил большую процентную ставку, то на это можно извлекать прибыль. Но, естественно, нужно учитывать, что существует риск того, что валютный курс изменится в неблагоприятную сторону, и та прибыль, которую трейдер получил в результате того, что занял валюту по низкой процентной ставке и купил другую валюту с высокой процентной ставкой, этот результат может пострадать от негативного изменения валютного курса. Но как бы некоторых исследователей, например, Фома и Френч, это известные исследователи как раз-таки carry trade, они показали, что до настоящего времени carry trade достаточно успешная стратегия с такой сложившейся репутацией, что число случаев, когда трейдеры обжигались на том, что в больших объемах пытались реализовывать carry trade стратегию. Эти случаи достаточно незначительны, их число достаточно незначительно. И поэтому сейчас можно заметить, что на каждом удобном отскоке, например, в паре доллар-рубль, происходит вливание денежных средств с иностранных фондов, которые, например, покупают облигации, которые приносят более высокую доходность, чем доходность активов в других странах. И при этом, мы говорить, трейдеры игнорируют возможность того, что произойдет резкое обесценение валютного курса.
Поэтому эта стратегия для трейдеров, которые оперируют большими объемами средств, она достаточно привлекательна. Понятие коинтеграции — это достаточно сложно, это понятие из эконометрики. Мы не будем вдаваться в технические моменты того, что такое коинтеграция, но будем говорить, что если какая-то комбинация валют, какая-то комбинация из купленных валют имеет свойство, имеет, будем так говорить, некоторые стационарные характеристики, например, возвращение к средним. Например, известно, что некоторая комбинация, некоторое портфолио из каких-либо купленных либо проданных валют, либо какой-то комбинации из них, например, имеет некоторые постоянные характеристики, которые не изменяются во времени, то в случае, если в результате какого-то события произошло изменение вот этой характеристики, но предыдущая история показала, что данные характеристики достаточно постоянны, то сделка происходит на основе того, что именно эта характеристика, например, вернется к своему историческому значению. Например, самым, наверное, известным примером является индекс волатильности VIX, который отслеживает волатильность в опционах S&P 500. Он, данный индекс имеет среднесрочное, долгосрочное среднее в районе 15 пунктов. Естественно, когда происходит резкое изменение, допустим, резкий всплеск индекса волатильности, происходит резкий всплеск VIX, то те инструменты, которые позволяют сделать ставку на снижение этого индекса, то есть возвращение обратно к долгосрочному среднему, эти трейдеры используют данную возможность, чтобы, собственно, сделать ставку на возвращение, на то, что эта характеристика историческая, она будет продолжать реализовываться в будущем. Одной из частых стратегий, которые используются трейдерами, которые только начинают торговать на рынке Форекс, это ставки на важные какие-либо события, попытка продать или купить валюту на каких-то перед важными отчетами, либо в момент выхода важных отчетов. Можно упомянуть, скажем, отчет по безработице в США, это можно упомянуть отчет, какие-то различные отчеты индекса производственной активности, либо отчеты по инфляции и другие различные экономические отчеты, которые, как я уже говорил, позволяют предсказать политику центральных банков. Так как эти отчеты и считаются важными с точки зрения вот политики центральных банков, ожидается, что они произведут какой-то эффект на валютный рынок. Собственно, поэтому в момент их выхода присоединяется к рынку большое количество трейдеров, происходит активная торговля, резко возрастают объемы, возрастает волатильность и так далее. Скальпинг – это также одна из стратегий, которая как раз сосредоточена на извлечении прибыли на очень краткосрочных интервалах. И она в основном сосредоточена как раз-таки на ловле, будем так говорить, каких-либо импульсов, на каком-либо движении цены, которое, как ожидается, в некотором краткосрочном, в некотором краткосрочном интервале продолжит именно движение в этом направлении. Например, может быть пробой какой-либо уровня, либо резкое изменение, как я уже сказал, которое будет самоусиливаться, будет происходить импульс. И все это происходит на достаточно краткосрочном интервале. Поэтому как бы и называется скальпинг. Торговля на основе технических закономерностей, она как бы, будем говорить, объединяет торговлю типа скальпинга, типа импульсных стратегий, трендследящих стратегий. Для этого используется, для технической торговли используются либо какие-либо индикаторы, которые создают нам рыночные сигналы,
Либо используются какие-то каналы, либо линии поддержки сопротивления и другие способы графического анализа, которые на основе успешности в прошлом позволяют предположить, что эти закономерности сохранятся в будущем, и их можно использовать. Теперь мы переходим к техническим деталям торговли. В торговой платформе MetaTrader в основном представлены инструменты, которые называются Contract for Difference. Это контракт на разницу. Это тип Forex-свопа, условия по которому не предусматривают покупку или продажу физических объемов валюты. По сути, это как бы ставка на то, как изменится какая-либо, будем говорить, валютная пара. А валюта счета – это валюта, в которой отображаются у нас вся наша торговая, результаты нашей торговой активности, все происходящие изменения. Поэтому все, что мы будем видеть как результаты торговли, это будет все происходить в валюте счет. Самой частой валютой, используемой в счетах, является доллар. Три типа валютных пар у нас существуют. Это основные, кросс, экзотические. Основные валютные пары характеризуются тем, что у них высокая ликвидность и то, что торговля по ним, объемы торговли по ним значительно превышают объемы всех других. И валюты, участвующие в составлении валютных пар для основных валют, это валюты крупных стран, как евро, еврозона, США, Япония, Швейцария и так далее. Кросс-курсы – это, соответственно, курсы, которые представляют собой пары, которые, например, одна из пар может быть, которая может быть и в основной, а одна из других, из одна, другая, валю, другая валюта в валютной паре может быть представляет страну, которая торгуется, валюта, которая торгуется меньше. Экзотические валюты – это те валюты, которые используются, которые представлены странами, занимающими небольшую долю в мировой экономике, и ликвидность, по которым объемы торговли, по которой значительно меньше, и поэтому число трейдеров, которые присоединяются к торговле, к ним также меньше, и поэтому экзотические валюты характеризуются существованием своих уникальных рисков либо ликвидности, либо каких-то внутренних экономических и политических событий. В качестве примера валютной пары я вот привел здесь евро-доллар. И формат, в котором мы видим в платформе, в интернете, в аналитике и во всех других местах, которые посвящены Форексу, мы видим, что формат валюты у нас представлен как базовая валюта, и затем через слэш у нас идет котируемая валюта. И при этом удобную интерпретацию, которую можно использовать, это, например, цена евро в долларах. То есть мы можем сравнить как цену хлеба в рублях. Поэтому, когда мы видим, что пара евро-доллар как-то изменилась, мы говорим, что цена евро в долларах изменилась настолько. И как бы, мне кажется, интуитивно понятно, что произошло при изменении валютного курса, что обесценилось, а что выросло. Спред – это разница между котируемой ценой продажи и покупки. Спред у нас, как я уже сказал, проистекает из того, что существует market maker, который у нас сдает цену продажи и цену покупки валюты, за счет этого как бы извлекает прибыль, за счет того, что он имеет постоянные резервы для обмена, а другие участники, как бы, другие ну, клиенты, они используют услуги, будем так говорить, market maker. И за счет разницы покупки
и продажи какой-либо валюты, он зарабатывает прибыль. Лот, объем позиции, это также очень частое понятие, которое он будет встречаться в торговле. Наверное, одно из основных понятий, как и спред. Лот обозначает объем позиции. Если говорить о стандартном лоте, прижилось такое значение, оно обозначает 100 тысяч единиц базовой валюты. В данном случае один стандартный лот, когда говорят один стандартный лот евро-доллар, это означает, что размер контракта составляет 100 тысяч евро. Совершение сделки, то есть сама торговля, начало и конец торговли, оно подразумевает то, что будут совершены две сделки. Это сделка на вход и сделка на выход. Далее мы разбираем, а что, собственно, подразумевается под сделкой на вход и сделкой на выход. Если мы, будем говорить, открываем длинную позицию, например, мы считаем, что курс евро-доллара будет расти, по сути, это означает то, что мы покупаем базовую валюту, то есть мы покупаем евро, и мы продаем котируемую валюту, то есть мы продаем доллар. Сделка buy, нужно понимать, что сделка buy всегда осуществляется по цене ask. Цена ask – это верхняя цена, невыгодная цена, то есть цена, по которой маркетмейкер у нас предлагает продать нам валюту. Естественно, он будет предлагать нам купить валюту по менее выгодной цене, и поэтому менее выгодная цена – это, в данном случае, более высокая цена для нас. Соответственно, когда мы продаем, предположим, евро-доллар, то мы будем продавать евро-доллар по цене бит, то есть по нижней границе, то есть по менее выгодной, опять же, для нас цене, потому что маркетмейкер у нас должен делать прибыль. В качестве примера вот можно рассмотреть покупку одного стандартного лота евро-доллара. У нас спред бит и аск на входе, предположим, будет составлять всего 2 пункта. Разница между ними видно 1.11.10 и 1.11.12. Эти два пункта у нас будут составлять спред. При сделке на вход мы как бы покупаем 100 тысяч евро и при этом продаем по цене аск 111 тысяч 120 долларов. Это можно вот сравнить со сделкой «покупаем хлеб за рубли». Да, вот если мы возьмем в качестве евро, мы будем считать хлеб, в качестве доллара мы будем считать рубли, то мы как бы покупаем хлеб за рубли. По сути, мы сделаем ставку на то, что цена хлеба скоро вырастет. И потом в будущем мы должны его будем продать. То есть должны будем совершить обратную сделку. Соответственно, после прохождения некоторого времени, предположим, что мы имеем цену 1.12 бит цену и 1.12.03 цену аск. При этом видно, что цена как бы хлеба выросла, то есть цена евро в данном случае у нас в долларах выросла. И на выходе мы осуществляем обратную сделку, мы продаем пару евро-доллар, то есть мы продаем 100 тысяч евро, которые мы купили, и при этом покупаем 112 тысяч долларов. Красный отметил как бы интуитивно понятный способ как бы понимать эту сделку. Это то, что мы продаем хлеб за рубли, да, и как бы получаем обратно рубли. И при этом прибыль у нас формируется за счет вот этой разницы. За счет того, за сколько мы продали, за сколько мы купили. Конечный результат сделки, естественно, может отличаться от того, что я здесь описал, потому что это совершенно, ну, это совсем базовый, да, пример, так как у нас рынок все-таки, так как доступ к рынку, он не бесплатный, на нем существуют транзакционные издержки, на нем существуют также какие-то рыночные ситуации, будем говорить, нештатные, при котором мы несем дополнительные издержки, то среди этих основных транзакционных издержек мы можем выделить спред,
Это то, что как раз-таки получает за счет нас маркет-мейкер. Проскальзывание – это, опять же, отсылка к индикативным ценам, то есть сделка, по которой будет действительно, цена, по которой будет действительно происходить сделка, может отличаться от той цены, которую мы видели на момент открытия сделки, то есть даже вот за этот небольшой интервал между открытием сделки, нажатием кнопки, либо посыланием команды серверу на то, чтобы открыть сделку, и между, собственно, тем временем, между тем моментом, когда сервер исполняет эту сделку, вот этот интервал, за этот интервал цена может измениться, и мы будем иметь проскальзывание. Также одной из транзакционных издержек является своп, о котором мы поговорим далее. Я думаю, я считаю необходимо остановиться на понятии стоимости пункта, с английского, на английском это будет как p-value. Это понятие будет часто встречаться вам также в торговле. Оно необходимо для того, чтобы рассчитать, какой убыток или прибыль принесет минимальное изменение обменного курса при какой-то конкретной позиции, которую мы открываем. И говоря об определении, если попытаться дать определение стоимости пункта, то это именно денежное выражение изменения обменного курса на одну десятитысячную. Например, например, если у нас курс евро-доллара 1.1060, и он изменился на 1.1061, то это означает, что обменный курс изменился на один пункт. Мы хотим рассчитать, сколько, какой убыток или прибыль нам принесет данное изменение. Логика расчета. Предположим, что у нас счет в долларах. Логика расчета изображена на слайде. Предположим, что мы покупаем 1 евро и при этом продаем 1,1 доллара. То есть, предположим, что мы рассматриваем сделку, такую гипотетическую, где мы покупаем 1 евро и мы покупаем 1 евро и при этом рассматриваем сделка open у нас представляет покупку 1 евро, и при этом мы представляем, что цена у нас изменяется с 1.10 до 1.11. Сделка close, то есть сделка закрытия, у нас будет продажа евро. И в каждом из случаев, если мы рассмотрим здесь каждый из случаев, мы будем видеть, что, по сути, денежное изменение сделок у нас везде происходило как один цент. То есть в каждом из случаев, если мы купили евро-доллар, и если курс изменился с 1.10 до 1.11, либо изменился с 1.10 до 1.09, то в каждом из случаев, то есть либо мы закрываем сделку в плюс, либо в минус, мы всегда получаем изменение на 1 цент. Это говорит о том, что стоимость пункта всегда рассчитывается в котируемой валюте и представляет одну десятитысячную от нашего объема, от нашего размера позиции. Предположим, если мы торгуем, если мы открываем сделку один лот по евро-доллару, это 100 тысяч евро, и при этом, если у нас происходит изменение курса, как я уже показал, с 1.1060 до 1.1061, то стоимость пункта в любом случае будет составлять для нас 10 долларов. Соответственно, если мы рассматриваем валюты, в которых котируемая валюта отлично от доллара, например, предположим, что мы рассматриваем валюту австралийский доллар, канадский доллар, то чтобы получить стоимость пункта в валюте нашего счета, то есть в долларах, мы должны разделить 10 на курс доллар, американский доллар, канадский доллар. То есть в любом случае мы делим котируемую валюту
в нашей валютной паре на курс доллара к этой валютной паре. Переходим к понятию свопа. Своп – это сумма, которая либо начисляется, либо списывается за перенос позиции на следующие сутки. Почему так происходит? Потому что когда мы осуществляем сделку и переносим на следующие сутки, так как мы торгуем с плечом, то по сути мы оперируем заемными средствами. Так как мы оперируем заемными средствами, и мы должны оплачивать по какой-либо процентной ставке, по определенной процентной ставке, вот этот процент за использование денежных средств. Соответственно, мы получаем, то есть нам также начисляется, будем говорить, средства за то, что мы купили какую-либо валюту и ее держим. То есть получается, что ту валюту, которую мы заняли и продали, по ней мы платим определенную сумму в соответствии с каким-то процентом. Ту валюту, которую мы купили, по ней нам начисляется какой-либо процент. И разница между этими суммами за вычетом комиссии брокера, она будет представлять вот эту транзакционную издержку, то есть своп. Чтобы рассчитать своп, нам нужно использовать ставку свопа, которую можно найти в платформе MetaTrader в спецификациях инструмента. То есть мы берем какую-либо валютную пару, смотрим по ней ставку свопа. Каждый брокер предоставляет данную информацию. В платформе TickMill она также доступна. При правом клике на валютную пару раздел спецификации, и расчет свопа для валютной пары представлен вот здесь формулой. Для этого нам нужно, как вы видите, рассчитать стоимость пункта, опять же, для котируемой валюты. Стоимость пункта была проведена ранее. Нам нужно ставку свопа, то есть ту информацию, которую нам предоставляет брокер, число суток, то есть то время, исчисляемые в сутках, в которой у нас будет открыта позиция, и при этом все это разделено на 10. Если же у нас валютная пара, которую мы торгуем, котируемая валюта в ней не является долларом, то конечное значение полученного свопа нам нужно будет разделить на курс доллара к данной валютной паре. Расчет свопа для сырьевых товаров также представлен ниже. Для него информации нужно меньше, это всего лишь размер лота. Ставка свопа она также доступна в разделе спецификации и число суток. Начисление или списывание свопа происходит в момент переноса позиции. Возможно, вам знакомо понятие rollover time. Это момент 0 часов 0 минут по серверному времени. И нужно также отметить, что в среду происходит начисление или списывание свопа в утроенном размере, так как у нас есть еще и выходные. Если мы держим позицию, так как возможно держать позицию на выходных, то даже если вы открыли позицию в понедельник или вторник, в среду в любом случае как бы заранее спишется своп в утроенном размере, то есть за среду плюс выходные, как раз таки за следующие выходные. Поэтому это нужно тоже учитывать, когда вы переносите какую-либо позицию на следующие сутки, и при этом у нас среда, чтобы не удивиться, откуда в платформе взялись вот эти неожиданные издержки. Что касается самой сути торговли, то она как бы известна как маржинальная торговля, и ее основополагающий принцип – это то, что мы можем оперировать средствами, которые значительно превышают
наш собственный депозит, при этом предоставляя брокеру только залог. И брокер как бы от нашего имени будет осуществлять, собственно, спекулятивные операции, зная, что он имеет какой-либо определенный залог. И очевидно, что размер убытка он не может превышать размер залога, который мы предоставили брокеру. Положительный результат сделки, понятное дело, не ограничен, потому что, по сути, залог не имеет значения, если торговля выходит в плюс, брокер не несет никаких рисков при этом, никаких нет издержек, и ни трейдер, ни брокер несет никаких при этом рисков, если торговля выходит в плюс. Отрицательный результат сделки, естественно, как я уже сказал, не может превышать размер залога, но иногда в каких-либо экстремальных случаях есть вероятность, что при низкой, например, ликвидности, при невозможности закрыть позицию в результате резкого изменения сделки, резкого изменения цены в неблагоприятную сторону, брокер не сможет ограничить свой риск и поэтому понесет свои убытки. В таком случае трейдер должен будет возместить ему этот убыток. Но многие брокеры, они предлагают защиту от отрицательного защиту от отрицательного баланса, то есть защиту от таких условий, но следует отметить, что это больше, будем говорить, маркетинговая уловка, потому что частота таких ситуаций, которые результат сделки может превысить размер залога, вероятность таких ситуаций рыночных, она крайне мала. Маржинальная торговля возможна благодаря высокой ликвидности рынка. Почему? Потому что брокер, понимая, что он может в любой момент закрыть позицию, если позиция ушла в минус, если он может это сделать очень быстро, то он понимает, что в принципе залога достаточно для того, чтобы ограничить свои собственные риски и чтобы сделать возможной торговлю для трейдера. Использование маржинальной торговли, возможность маржинальной торговли, она сопряжена с значительным ростом потенциальной прибыли, но, естественно, нужно учитывать, что и риск потерять, он также как бы симметрично, практически симметрично увеличивается, например, там, наверное, увеличивается чуть больше даже, чем симметрично, за счет того, что волатильностью, то есть изменчивостью курса, становится управлять значительно сложнее при увеличении рычага. Кредитное плечо как раз-таки устанавливает именно соотношение объема открытой позиции и требуемого залога. То есть, предположим, если у нас кредитное плечо составляет 1 к 100, то покупка либо продажа одного лота евро-доллара потребует всего лишь 1000 евро залога. То есть тот залог, который мы должны предоставить брокеру, чтобы совершить операцию на 100 тысяч евро, составляет всего 1000 евро. При этом, чтобы понимать, какую конкретную актуальную сумму мы должны иметь, нужно переводить это в валюту счета. И если валюта счета у нас является долларом, то при вот курсе, например, 1.10, это будет 1100 долларов. Значение маржи в торговой платформе у нас измеряется в процентах от требуемого залога. Вот как пример я привожу сделку. Если мы имеем на счету, предположим, 1500 долларов, то для того, то при покупке или продаже одного лота евро-доллара значение нашей маржи будет как раз-таки составлять сумме наших средств, которые мы имеем, к сумме залога, который будет удержан для того, чтобы открыть позицию. И это соотношение нужно умножить на 100%. То есть мы, получается, при счете, при размере средств 1500 долларов на счету, при открытии позиции в один лот, мы будем иметь размер маржи 136%.
И именно такой способ исчисления маржи в процентах очень важен, потому что как бы это используется собственно, в платформе. Если, предположим, значение этой маржи достигает 50%, то, наверное, известно, что трейдер получает запрос на восполнение маржевых средств. То есть в данном случае, когда, предположим, вот для нашей сделки гипотетической, которую мы рассматриваем, если у нас сумма средств на счету снизится до 550 долларов, это как раз-таки будет составлять 50% от 1100, то трейдер получит запрос на восполнение средств, margin call. Если же значение маржи у нас снижается дальше, если трейдер не пополняет средства, то позиция, как бы, если это значение становится 30%, то есть маржа достигает 30%, то позиция уже принудительно закрывается брокером. Это уже называется stop-out. Конечно, более точное значение маржи, оно будет зависеть от транзакционных издержек, оно может зависеть от спреда, от начисления спреда, либо от списывания спреда, от свопа, простите. Может зависеть от спреда, от проскальзывания и других транзакционных издержек, которые мы несем. И поэтому более точное значение маржи, оно может незначительно отличаться. И в заключение я бы хотел представить вам такие каверзные контрольные вопросы, которые я составил на досуге. Они как бы рассчитаны на понимание вот этих терминов стоимости пункта, спреда, того, что обозначает у нас базовая валюта, что обозначает у нас котируемая валюта, что такое лот и так далее. Если решение задач окажется верным, то действительно ваше понимание того, как происходит начисление, списывание средств в платформе, почему она меняется, почему результат сделки оказался именно таким, а не другим. Данное понимание будет достаточно полным, и можно уже приступать к обсуждению следующих тем в следующем вебинаре, где мы будем рассматривать торговые стратегии, как фундаментальные, так и технические, разбираться в именно технических тонкостях стратегии. Поэтому я попрошу вас для всех заинтересованных скопировать, заскринить данные контрольные вопросы, пытаться дать на них ответы, отправить на почту, и я смогу вам дать как бы ответ. А правильно ли вы рассчитали, правильно ли вы решили эти задачи, и насколько вы хорошо справились с данной проверочной работой. Ну вот и все. Данный вебинар подошел к концу. Благодарю вас за внимание, и теперь я готов ответить на какие-либо ваши возникшие вопросы. Если у вас есть желание, пожалуйста, я жду вопросов в чате. Вопросов нет. Что ж, хорошо, вы можете мне написать на почту, если вам будет необходима данная презентация для того, чтобы решить задачи, разобраться в этих задачах. Поэтому жду ваших вопросов и пожеланий через посредством почты.
И на этом я заканчиваю наш вебинар. Хорошего всем вечера, успехов в развитии, в торговле на Форексе и до встречи на следующем вебинаре.